Думаете, зубы могут болеть из-за полета в самолете? А вот и да! 10 шокирующих фактов о зубной боли. Факт 1. Боль в зубах может усиливаться при изменении атмосферного давления. Это явление называют бароденталгией, поэтому у некоторых людей зубы болят в самолете или в горах. 2. В челюстно-лицевой области более 8000 нервных окончаний, поэтому даже крошечное воспаление вызывает острую боль. 3. Благодаря тройничному нерву боль от зуба может отдавать в висок, ухо или даже вызывать мигрень. 4. Прорезание зуба мудрости может длиться до года и сопровождаться ноющей болью. 5. В древности верили, что зубы разъедают зубной червь. Для лечения зуб прижигали раскаленным железом. 6. Уже 9000 лет назад люди сверлили зубы и пломбировали их смолой, похожей на асфальт. 7. В древней Японии зубы удаляли молотком и долотом, раскачивая их до выпадения. 8. В средневековой России больной зуб лечили поцелуями осла и прикладыванием корешка подорожника к уху. 9. Римский ученый Плиний Старший советовал от зубной боли закапывать в ухо смесь птичьего помета с маслом. 10. Нервные окончания в зубах не просто болят, они регулируют кровоток и помогают реминерализовать эмаль, защищая зуб от разрушения. Какой факт удивил больше всего? Напишите в комментариях.